Трагический инцидент в американском Шарлоттсвилле. В толпу демонстрантов влетел автомобиль. В результате один человек погиб, по меньшей мере 19 ранены. По версии следствия, наезд был преднамеренным, а объектом атаки стали антифашисты. Их столкновения с националистами продолжаются уже третий день, и ситуация выходит из-под контроля. В штате Виргиния объявлен режим чрезвычайного положения. Жанна Агалакова передает из США. Узкие улицы заполнены людьми. Они медленно движутся вперед, обходя припаркованные авто. Внезапно серый автомобиль, без номеров, врезается в толпу, сталкивается с другой машиной, дает задний ход и скрывается на большой скорости. Человек ранен, человек тяжело ранен. На кадрах, снятых очевидцем, видно, что автомобиль зацепил человека, протащил его за собой и, отъезжая, задел еще несколько. Я видел девушку, которую сбила эта машина. Она не двигалась. Два человека пытались поднять ее с асфальта, но в этот момент машина переехала ей еще раз. У меня нет сомнений, что все это было спланировано. Видео, которое я снимал, сейчас крутят и в интернете, и на всех каналах. Там все хорошо видно. Когда машина стала сдавать назад, два белых парня, националисты, стали показывать водителю. Сюда-сюда. Да, чтобы мог скрыться от полиции. Машину удалось задержать в нескольких кварталах. Водитель арестован. Это некий Джеймс Алекс Филдс, 20 лет. Ему готовится предъявить обвинение в убийстве. Назвать случившееся терактом власти пока воздерживаются. Беспорядки в Шарлоттсвилле начались еще в пятницу. В город съехались ультраправые, в том числе и члены экстремистской организации Ку-клукс-клан. Они не согласны с решением городских властей снести памятник генералу Роберту Ли, командовавшему армией Юга в годы Гражданской войны. Генерал был символом идей конфедерации, боровшейся в частности за сохранение рабовладения. Собрались также их противники, борцы за права афроамериканцев. Начались столкновения, властям пришлось ввести в Шарлоттсвилле чрезвычайное положение. Все закончилось трагедией. Погибла молодая женщина. Число пострадавших в беспорядках и в результате наезда автомобилей исчисляется десятками. Кроме того, полиция понесла потери. По неясным пока причинам потерпел крушение патрульный вертолет. Два человека погибли. Президент Трамп так отреагировал на случившееся. Это давно продолжается в нашей стране. Ни с Дональда Трампа, ни с Барака Обамы. Все это началось намного раньше. Сейчас мы должны восстановить порядок и защитить жизни граждан. Ни один американец не должен чувствовать себя в опасности. Это заявление прозвучало в гольф-клубе Дональда Трампа в штате Нью-Джерси, где он проводит свой отпуск. Многие сочли выступление президента недостаточно жестким. Трампу припомнили, что он шел на выборы под весьма шовинистическими и националистическими лозунгами. И потому нынешняя активность ультраправых – результат его победы. Отметили также, что Трамп отреагировал с опозданием. Его даже первая леди опередила. Мелания Трамп, которая очень редко высказывается публично, написала в своем твиттере: «В Америке уважают свободу слова, но ненависть до добра не доведет». Жанна Агалакова, Борис Леонов, Андрей Манко, Первый канал, США.